Таким автопарадом открыли движение по Можайскому шоссе в районе села Жаворонки. Реконструкция участка длиной около 4 километров полностью завершена. Организовано бессветофорное движение, то есть мы убрали два перекрестка с улицы Советской и вторым Успенским шоссе. Соответственно, построен надземный пешеходный переход, который обеспечивает также безопасный проход через Можайское шоссе. Ну и, соответственно, построен основной ход, который соединяет основное направление, это Минское шоссе с Можайским и на Успенское. По словам специалистов, проект был непростым. В ходе работ переложено более 50 километров инженерных коммуникаций, построены эстакады и боковые проезды, расширено дорожное полотно. Строители справились с задачей на 1,5 года раньше намеченного срока. Несмотря на все те сложности, которые сказал Петр Николаевич, что у нас дорожают стройматериалы, на самом деле еще ни один объект не был сорван. Вот, и мы стараемся сделать так, чтобы у нас строители работали быстрее, чем у нас предусмотрено контрактом, потому что все жители Москвы и Московской области, они все ждут этих дорожных объектов, которые открываются своевременно и даже раньше срока. Эта развязка в разы повысит пропускную способность Можайского шоссе, обеспечит его транспортную связь с Минским и Варшавским шоссе. Одно из самых важных преимуществ – снизится нагрузка на улицы села Жаворонки и улучшится его транспортная доступность. Мы не просто развязки этой эстакады делаем, но еще две разворотные эстакады. То есть все те заторы, которые были на Можайском шоссе, чтобы сделать разворот в области или из области, они вот этой эстакадой ликвидируются, теми двумя направленными эстакадами ликвидируются. Вроде бы и небольшой, там 120 метров эстакады и километр с подходами, но насколько это небольшой участок дороги, но насколько он важен, нужен для транспортного обслуживания Москвы и Московской области. Деньги на этот объект были выделены из бюджета Москвы. Теперь для последующего содержания и эксплуатации путепровод и развязка передаются в собственность Московской области. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».